крестное знамение. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете, что означает понятие «крестное знамение»? Крестное знамение – это осенение знамением креста, внешне выражаемое в таком движении руки, что оно воспроизводит символическое очертание креста, на котором был распят Иисус Христос. При этом осеняющий выражает внутреннюю веру во Святую Троицу, во Христа, как в вочеловечившегося Сына Божьего, Искупителя людей, любовь и благодарность по отношению к Богу, надежду на Его защиту от действия падших духов, надежду на спасение. В православной церкви крестное знамение совершается правой рукой. Складывают вместе большой, указательный и средний пальцы, что означает нашу веру во Святую Троицу. А безымянный и мизинец прижимают к ладони во знаменование двух естеств – божественного и человеческого в Иисусе Христе. Крестное знамение совершается неторопливым прикосновением сложенными пальцами последовательно ко лбу, чтобы осветить мысли и ум, к животу для освещения наших внутренних чувств, то есть сердца, потом к правому, затем левому плечам для освещения наших телесных сил. А далее, опустив правую руку, можно делать поясной или земной поклон. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек знанием. Да храни вас Бог!